Да, ну, будущее России неизбежно прекрасно, потому что, наконец, через совсем короткий промежуток времени мы все возьмемся за одно большое красивое дело. Вот как строили коммунизм раньше, так и сейчас будет гораздо все интереснее. И мы сможем любому из Гарварда придурку объяснить, что мы строим светлое будущее, и не надо нам мешать. И все будут только к нам и приезжать за обменом опыта.